Приветствую всех. На носу великий праздник, по-настоящему большой день. Но я прекрасно понимаю, что завтра многие будут просто пухать до полусмерти. А я хочу предложить альтернативу. Немножко поучиться древнему упражнению. Древнему и тяжелому упражнению, такому как крещение с гири. Есть разные способы, есть разные варианты выполнения. Я сегодня покажу все три. От самого тяжелого до самого простого. Вес 16 килограмм, больше, сложнее, сложно сделать с большим весом. Берется за дужку и делается вот так. Раз, два, три, четыре. С 24-ки будет уже сложнее, конечно, сделать. Но для 24-ки я припас немного другой вариант. Выглядит он следующим образом. Берем классический вот так. Опускаем сюда, пупу, сюда и вот так вот на плечо. И 32-шкой пробую перекреститься. Тоже припас, один вариантик хитрый, который может получиться это сделать. Поддержите лайками, напишите в комментариях, получилось или нет. Ну, сейчас пробуем. Тут берем немножко по-другому ее. Вот так. Ага. Сейчас. Пробуйте, ребята. Учитесь, осваивайте. Верите, не верите. Это все ваше дело. Но есть такое упражнение, которое уходит корнями очень далеко в историю. И на многих ярмарках это упражнение было показателем силы. Тот же Иван Максимович Поддубный, Петр Крылов и прочие-прочие, все крестились 32-шкой. И для цирковых атлетов того времени считалось это, ну, как обязательная программа. Сейчас попробую еще разочек. Вот, собственно говоря, ребята, как-то так. Все три варианта я показал, которые мне известны. Если у вас есть какие-то еще варианты, как можно перекреститься с гирями, бросайте ссылочки в Телеграм, в Инстаграм, сюда в комментарии. Всех еще раз с наступающим праздником. Не бухайте, а тренируйтесь, становитесь сильнее. До скорого. Пока-пока.